Уважаемая Наталья Евгеньевна, с днем рождения! Мы поздравляем вас в этот чудесный летний день и желаем прекрасных открытий, поэтических, интеллектуальных, хорошего самочувствия. Сейчас я вам спою песенку. Happy birthday to you, happy birthday to Наталья Евгеньевна, happy birthday to you. Когда я впервые увидела Наталью Евгеньевну в прошлом октябре в Петрозаводске, я была в таком шоке от нашего знакомства, что я хотела сбежать сразу же. И я тихо стала пробираться к выходу. Но не тут-то было. Наталья Евгеньевна меня остановила, и мы продолжили наше знакомство. Вот результат, вы понимаете, мы сотрудничаем, у нас получаются интересные номера. Некоторые мне очень нравятся, просто до безумия. От чего это все? А почему вы хотели сбежать? Ваша экспрессия и желание понять, насколько прочна моя душа и профессиональные качества, меня удивили. Я обычно привыкла к более мягкому общению. Вы были очень остры. Но в этом есть какой-то совершенно интересный, уникальный смысл. Быть резкой для того, чтобы отшелушить всю скорлупу и оставить какое-то ядро. Дорогая Наталья Евгеньевна, поздравляю вас с днем рождения! В этот знаменательный день мы поднимаем за вас бокал гранатового сока и дарим вам наш экспромт. Будьте счастливы! Давай, краса, начинаем! Вот и лето наступил, точнее середина, а это значит день рождения 4 июля. У кого день рождения? У Натальи Евгеньевны Грейс! Мы сегодня вам расскажем про девочку Наташу, что родилась в Кандалакше, на севере России. Мама Люба, папа Женя девочку любили. Книги, спорт, скрипка, рисование всесторонне развивали. Гогия, Гогия, Генасвари, Гогия, Генасвари, Гавардёва, с днём рождения! Много босиком по полю бегала и прыгала, по деревьям лазала, даже свишки кувыркалась. Стала тренером Наташа, учит мозги развивать. После лекции 100% мозг умнеет у людей. Гогия, Гогия, Генасвари, Гогия. Не духли, держи лицо, так сказал Наташа Грейс. Песню мы свою пропели, танцевали весело, а души желаем счастья и кавказского здоровья. Гогия, Гогия, Генасвари, Гогия, Генасвари, Гавардёва, с днём рождения! Наталья Евгеньевна, пусть ваш дом будет всегда наполнен любовью, а ваши потомки сохранят это ваше творчество навека. Будьте счастливы! Поздравляю вас с днем рождения. Ваше творчество очень важно для меня. С каждого и вашей лекции, каждого видео, каждого тренинга я вынимаю для себя что-то новое. Ваши уроки учат меня жизни, учат меня уважать свои личные границы и лучше относиться к личным границам других людей. Продолжайте творить и учить меня. Включила.
Вы видите эту надпись? Сейчас я пройду там недалеко, но пройду. Вот, почему недалеко? До конца надо все делать? Да не, до конца это слишком. Так, иди и анализируй свои чувства. Иди как человек, а не как стекло. Я глупилка до конца. Вот все. Теперь попытка профессионала, который уже делает это неоднократно. Все? У профессионала ноги покосились? Пошли. Молодец, молодец. Спокойно надо идти. Блин, отсюда меня. А теперь мы пойдем на другой пирс, на который, к сожалению, разрешено заходить, но что поделаешь. Дорогая Наталья Евгеньевна, я желаю вам, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, силы на то, чтобы вставать утром, делать зарядку, жить, мечтать, любить, желать. Я желаю вам, чтобы вы мечтали, любили и продолжали цвести. Спасибо вам огромное за то, что вы для нас делаете. Я уверена, что совсем скоро вы наберете 1 миллион подписчиков, думающих людей, живых. Спасибо вам. Наташ, ну что, с днем рождения, с еще одним днем рождения тебя. Многие наверняка уже успели сказать массу теплых слов, и многие еще наверняка скажут. А я хочу пожелать, чтобы тот свет и то тепло, которое ты отдаешь, 10-кратно, 100-кратно возвращались и заряжали тебя новым светом, новым теплом и новой энергией. А вообще, ты живешь в прекрасном городе, и я бы хотел, чтобы одним из эпиграфов твоей жизни оставались, например, строчки твоего одного известного земляка. К примеру, вот эти. Долетела грусть, ну что ж, пойду-пройдусь. Ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Может, скажет кому, климат здесь не то, а мне нужна твоя сырость. Здесь я стал мудрей, и с городом дождей мы мазаны одним миром. Еще раз тебя с днем рождения. И самое главное, как ты любишь повторять, но теперь уже применительно к себе, ты все сможешь. Здравствуйте, уважаемая Наталья Евгеньевна, меня зовут Андрей, и я вам шлю поздравления из славного города Воронежа. Желаю вам крепкого здоровья, желаю вам неиссякаемого вдохновения, неисчерпаемого ресурса жизненных сил. Желаю, чтобы как можно больше людей узнало о вас. И как говорил Державин, спешили к вам богатство приобресть, ведь вы разум знанием наполняете. Также отдельное спасибо вам от себя лично, ведь благодаря вашим видеороликам я изменил свою жизнь в лучшую сторону и обрел новую профессию. Я стал гидом-экскурсоводом, за что вам безмерно благодарен. Искренне вас люблю, ценю и уважаю. Натуральный сачок для поправления здоровичка. Есть надежда выйти замуж за принца. Солнце всем на планете одинаково светит. Да мы же с вами, слава богу, не дети. Ой, не нужны мне, мама, ваши советы. Ух, я б его покорила, я б его приручила. И без ваших
Наталья Евгеньевна, поздравляю вас с вашим днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья, любви, успеха в вашей нелегкой работе. Всего вам самого наилучшего. И оставайтесь всегда таким же позитивным и жизнерадостным человеком. С любовью и наилучшими пожеланиями из города Сочи. Ваш Кирилл. Ты когда женщину обнимаешь, не надо на нее руки складывать. Обнимать надо так. Мужики часто так ходят. Давай покажем. Как подставку используют. Какая рука тяжелая. А то. Наталья, привет вам из лучезарного Гроздова. Поздравляем вас с днем рождения, дорогая. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо за ту энергию, которую вы нам дарите. То, что от души до души и доходит. Спасибо вам большое. Счастья вам. Всего самого-самого хорошего, чего вы сами себе желаете. Маленькая любовь, бывает больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь бывает больше большой. Это любовь, которой пахнет хвойная лапка. Это любовь, которой снег касается веток. Это любовь, которой чай обжигает губы. Это любовь, которой кот мурлыкает песню. Это любовь, которой море целует ноги. Смотрит в тебя ребенок. Моцарт ласкает сердце. Свет ложится на щеки. Эх, маленькая любовь, маленькая любовь. Маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь. Маленькая любовь бывает больше большой. Эх, маленькая любовь, маленькая любовь. Маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, да маленькая любовь. Да будет маленькая любовь. Это любовь, которая греет ладони рукавица. Эх, маленькая любовь. Это любовь, которой Ирина Николаевна касается клавиш. Любовь, маленькая любовь. Ах, маленькая любовь. Это любовь, с которой Костя играет на контрабасе. Маленькая любовь, она больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, маленькая любовь бывает больше большой. Маленькая любовь, возможно, совсем не маленькая любовь. Маленькая любовь перетекает в большую. Дорогая Наталья Евгеньевна, сегодня я поздравляю вас с вашим совершеннолетием. Ваши лекции отрезвляют, ваши книги вдохновляют, ваши советы помогают, ваша харизма удивляет. Я желаю вам мира, творческого подъема, спокойствия в душе и будьте Богом хранимы. Слабость и болезнь превозможешь, горе перемелешь в муку, выгонишь из сердца тоску, многим немощным руками поможешь. У тебя есть будущее, ты все можешь, ты можешь. И когда от гибельных мук зарыдает преданный друг, ты слова лекарства предложишь. У тебя есть будущее, ты можешь, все можешь, все абсолютно все можешь, ты можешь. Можешь. Истина в ключе золотом, счастьем осияет твой дом. Волосы, как детство, взъерошишь. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ты можешь, все можешь, все можешь. Ты можешь, все, абсолютно все можешь. Ты можешь, можешь. Ты можешь.
Аня, ты все можешь. Алина, Маша, Дима, ты все можешь. Костя, Ира, Наташа, Галя, ты можешь, 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 можешь. Сережа, Миша, Дима, Наташа, ты можешь, 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 можешь. Артур, Константин, вы можете, 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 можете. Ты можешь, все можешь, можешь, все абсолютно, все можешь. Ты можешь, 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 можешь. Ты можешь, 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 все можешь, можешь, все абсолютно, все можешь. Ты можешь, 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 можешь ты. Ирина Николаевна, Костя, мы это сделали. Не смейте обесценивать себя, как антикварщик скрипку Страдивари. Ведь если ты не очень, то тебя творил тот Бог, который сам бездарен. Дорогая Наталья Евгеньевна, именно эти ваши строки растят новые таланты в нашем мире. Я благодарю вас за них и поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам творческой реализации, исполнения самых дерзких мечтаний и гармонии в душе. С благодарностью, ваша подписчица Александра Ковалевская. Не смейте обесценивать себя, как антикварщик скрипку Страдивари. Ведь если ты не очень, то тебя творил тот Бог, который сам бездарен. Не смейте говорить себе «боюсь», я не смогу, уже немного поздно. Ведь если ты испытываешь грусть, не будь таким уж важным и серьезным. Жемчужины минуты не поднять, что укатились в щель под дно комода. Дни улетевшие, как листья, не собрать и не вернуть потраченные годы. Не смейте обесценивать себя. Вы – Божья милость в центре мироздания. И против вод, неистово гребя, ты повторяй, как будто заклинание. Не смею обесценивать себя, не смею обесценивать себя, не смею. Наталья, привет! Я с огромным удовольствием хочу поздравить тебя с днем рождения. Я буду краток. Ты для меня стала вторым ангелом-хранителем. Ты для меня пример для подражания просто во всех сферах. В здоровье, в отношениях, в творчестве, в реализации. Ты человек, который показывает, что никогда нельзя сдаваться, никогда нельзя унывать. Поэтому очень жду нашей скорой встречи. А тебе желаю любви, благополучия абсолютно во всем. Надюша, чтобы в течение года были самые крутые перемены в жизни. Помню, все, что я сказала. От физического года материального рождения. Наталья Евгеньевна, поздравляю вас с днем рождения. Пусть все оттенки радости будут сегодня для вас. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. Вдохновение, чтобы вы нас также вдохновляли. Радуюсь, всегда смотрю ваши ролики и восхищаюсь вами. Спасибо вам за ваш труд. Наталья Евгеньевна, в этот день и всегда дорожите счастьем, дорожите, замечайте, радуйтесь, берите радуги, рассветы, звезды, глаз. Это все для вас, для вас, для вас. Я осыпаю вас удачами. Одна пусть будет другой крупней.
друзьями, только духовно зрячими, любовью, которой не будет нежней. Так, вот она у меня, 8 кг. Вот, это не реклама, ну... Я и эх, и ох, я и ух, а я и тело, душа и дух. Я и ой, и про, я и за, я и смайл, и вода слеза. Я и соу, и ес, и ив, я и лодка, но я и риф. Я и ай, я и уй, и ой, что и те, и не те со мной. Я и да, я и нет, и но, я и мед, и вина, вино. Я и та, и не та, и ну, я и а, я и... Наташа, от всей души поздравляю вас с вашим днем рождения. Пусть вас всегда окружают только любимые и любящие люди. Пусть все ваши творческие проекты легко реализуются в этой жизни. И пусть ваши энергии и задор, которым вы так щедро делитесь с людьми, всегда будут с вами сегодня, завтра, навсегда в вашей жизни. С днем рождения! Я слышу музыку в душе. Мне не хватает устремления связать и выплеснуть боренья, но слышу музыку в душе, музыку. Уважаемая Наталья Евгеньевна, от всей нашей дружной команды поздравляем вас с днем рождения. Спасибо за ваш труд, спасибо за вашу мотивацию, которую вы дарите всем нам. Спасибо за то, что делаете этот мир ярче, насыщеннее, интереснее, честнее. Успехов вам в вашем творческом пути. Мы вас очень ценим, уважаем и любим. Ваша команда Грейс. У порога примостилась безучастица, она искренностью лживой так и ластится. Над безрыбицей носится бескрылица, а в глазах моих застыла безразличица. Вдруг с небес любовь упала без условица, чтоб со мною добрым словом перемолвиться. Дорогая Наталья Евгеньевна, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с самым главным днем вашей жизни. Истина в ключе золотом. Счастьем осияет твой дом. Волосы, как в детстве, взъерошишь. У тебя есть будущее. Ты все можешь. Поздравляю. Теплый привет из города Братска. Нет, он был ваш авторский с подписью. Пальчик убрала. Вот это, напишите, протыкающий жест. Вы заметили, я иногда использую, в качестве каких-то приколов. Но, в принципе, если я вот так сейчас буду делать... Вот так, вот вы, женщина, что вот вы записываете на свой телефон? И вроде я ее не трогаю пальцем, но сам факт, что я вот так делаю, как будто энергия исходит из этого пальца. Вот он, то есть когда он хочет ткнуть в нее или в него, нужно... А у вас этот пальчик постоянно, я заметила. Итак, говорим низко, палец убираем, нос убираем. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ноги освежишь в родниках, не замерзнешь в сырых снегах. Ты весь мир к себе расположишь, нежность и любовь приумножишь, ровные дороги проложишь. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ты можешь, все можешь, можешь, все можешь. Можешь все, абсолютно все можешь. Ты можешь, 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 можешь. Ты можешь, 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 все можешь. Можешь, можешь, ты можешь, все можешь, можешь.
можешь, 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 можешь ты. Ты все можешь, можешь, все можешь, можешь, ты можешь все, абсолютно все можешь. Ты можешь, 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 можешь ты. Огромное спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, мы, спасибо, спасибо, спасибо. Наташенька, я поздравляю тебя с днем рождения. Ты человек, который меняет судьбу людей. И такие люди, они больше всего нуждаются в любви, в заботе, в счастье и радости. Поэтому я желаю, чтобы тебя всегда окружали близкие и любимые люди и всегда дарили тебе эту заботу, счастье и радость. Еще, конечно же, я желаю тебе неиссякаемого творческого вдохновения. Большой привет из Сочи. Сочи ждет тебя вновь на концерты, на творческие вечера. У тебя есть будущее, ты все можешь. Так я теперь говорю сама себе, когда настраиваю себя на победу. Дорогая Наташа, вы столько тратите своих ресурсов, энергии, так нас вдохновляете, теребите, вводите из спячки. Я желаю вам, чтобы у вас всегда была возможность отдохнуть и подзарядить свой внутренний аккумулятор. Берегите себя, пожалуйста. С днем рождения вас! Иногда, чтобы отдохнуть, нужно несколько минут, а у нас с тобою будет 3 часа. Иногда, чтобы полюбить, нужно несколько секунд посмотреть в твои веселые глаза. Дорогая Наталья Евгеньевна, привет вам из нашего солнечного Крыма. Весь Крым поздравляет вас с днем рождения. Желает вам огромного женского счастья, огромного здоровья. И лично от себя хочу поблагодарить вас за ваши все мотивационные ролики, которые у вас есть. Потому что даже когда не хочется ничего делать, вот посмотришь его, получаешь заряд бодрости и идешь действовать. Благодарим вас за это, за то, что вы у нас есть. С днем рождения! Ура! С днем рождения, солнышко! С днем рождения, детка! Пусть всегда сбываются все твои мечты, и пусть жизнь твоя будет сладкая, как конфетка, теплую, как солнышко, яркой, как цветы. Дорогая Наталья, с днем рождения вас! Обожаю ваше творчество и все-все, что вы делаете. Спасибо огромное. Наташа, с днем рождения. Наташа, ты солнце, ты вселенная, душа. Душа, как ты бываешь хороша, хотя и так непостоянно. Прозрачная птица, ты скользишь, душа, в пространстве мыслей с легкостью тумана. Наталья Евгеньевна, меня восхищают, вдохновляют и окрыляют ваши стихи, ваше творчество. Я вам очень благодарна за вашу поддержку, за вашу мудрость, глубину. Я желаю вам здоровья, процветания, вам и вашей команде. И, конечно же, золотой кнопки Ютуба. И вот возьму я стульчик. Знаешь? Здравствуйте, люди. Я вас сейчас всему научу. Ой, что это? Я сама умею, сейчас вас еще научу. Так, что мне тут? Вот, ну, то есть, вот, понимаете, да? Ну, я такой человек незаметный, стою как-то, вы играете, а вы со сцены ушли куда-то вот сюда. Вот. А нужно сейчас включить вот это вот. Коля Якубаскова. Наталья Евгеньевна, я Айгуль из Астаны. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья и творческого вдохновения на новые проекты. Я вас очень люблю, уважаю. И благодарю вас за те мечты, вдохновения, которые вы подарили. Я каждый день теперь делаю зарядку, обливание, прогулка в парке. И я мечтаю стать бизнес-тренером. Вдохновилась благодаря вам. Я с нетерпением жду живой встречи. 12 августа взяла билет. До встречи. Повторю.
повторить снова я не смогу. Вы сможете. Значит, запишите прием и помните всю жизнь. Называется «Не чмори себя при людях». Значит, сейчас я вам говорю фразу, и вы ее повторяете. Вот эти же самые стихи вы точно сможете повторить. Для этого нужно просто сосредоточенность, внимательность. Все то же самое. Итак, погнали. Однажды моль подкралась к бабочке. Погнали еще раз. Однажды моль подбралась к бабочке. Подкралась к бабочке. Прилипла к ней. Прилипла к ней. И отпечаталась всей серостью своей. Украв у бабочки скрыла весенние цветы. Скрыла весенние цветы. Она их спрятала в шкафу из духоты. Среди духоты. В карманах сальных и в подмышках на пальто. Она их мерила на серое манто. Панто это тоже хорошо. Цветы засохли и рассыпались, как прах. Засохли и рассыпались, как прах. У серой моли прямо на глазах. Тогда она решила, ну и пусть. Прилипну к бабочке и снова. Возрождусь. Похлопайте. Наталья Евгеньевна, поздравляю вас с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и успехов в творчестве. С днем рождения, родная душа, наша Наташа. Шлю привет вам с красивой Валдайской земли. Благодаря вам я перестала тухлить. Благодаря вам я стала чаще улыбаться не ртом, а личностью. Больше гулять и делать зарядку. Спасибо вам за ваши волшебные пендали и промывку мозгов простым, понятным языком. От души поздравляю вас с днем рождения. Желаю, чтобы все цветы были подарены от чистого сердца. Все сказанные слова были полны любви и тепла. А улыбки вокруг излучали искренность и доброту. Пусть ваша вера, надежда и любовь окрыляют вас. И каждый день будет наполнен прекрасными событиями и добрыми делами. Я вас обнимаю. Я Ирина. От всей души поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам долгих лет жизни, творческих успехов, оставаться такой же энергичной и позитивной и дарить энергию и позитив нам. Я очень с уважением отношусь к вашему творчеству, к вашей работе. Мне очень нравятся ваши тренинги «Женщины могут все». Все тренинги про деньги – про здоровье, про режим дня. Спасибо вам огромное. Наталья Евгеньевна, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с днем рождения, с этим событием космического масштаба. У вас есть удивительное качество. Вы умеете по-настоящему любить людей, открывать в них возможности, давать импульс, рассказывать о том, как может человек раскрыться во всю полноту, во всю глубину своей личности. В этом ваш удивительный талант, дар Божий. Храни вас Господь. С днем рождения. Наталья, с днем рождения. Пусть у вас все будет хорошо. Обнимаю вас. Всех вам благ, счастья, любви, удачи и развития дальнейшего. Заштопай дырки в голове и прекращай работу. Пусть будет зелень на траве, не грязное болото. Себя немедленно спроси, что должен и обязан. Вставай, разнывшись себе сил,
и делай все и сразу. Не будь калекой, как без ног, без рук и силы воли. Спроси, кому бы ты помог, без слез, нытья и боли. Свое оправдывать кончай, убогое бессилие. И если ты упал, не прекращай, сажать птенцов на крылья. Пусть будет стыд на голове, все тратить на икоту. Реши сейчас, целый век, не прекращать работу. Начало. Давай. Там я вступление не включил. Давай. Я не выключала. Хорошо. Пусть кому-то достался Бродский, не подарок, между прочим, а тебе довелось самой грызть, как меленькая полоска, как, что там пишет, ладонь воды ключевой, вечер поздний. Дороже станет, как прибитый к кресту Господь. Это плоть, она не воспрянет, плоть не может смерть поломать. И пока я жива до ныне, ты подумай, ведь я умру. Прежде смерти возьми святыню, обними ее поутру. Мертвецы рожают быстро, созревают быстрее вина. Жизнь одна лишь малая искра, всего лишь малая искра, и она у тебя одна. Грызь, как беленькая полоска, как ладонь воды ключевой. Пусть кому-то достался Бродский, а тебе навелось. Исполняет Алексей Янковик. Вас не любит. Поверните в сторону глаза. Тех не грейте, кто не приголубит, кто для вас бесплодная лоза. Проводите их улыбкой долгой, не печальной и без слез, не злой. Пусть они плывут, как лодки Волгой, к берегам иным, к себе домой. Не помнит, не бросайте сердце их ногам, не потейте в их каменоломнях, не мечтайте жаться их устам. Жизнь чужая вашу кровь не вспенит, нет, разверните новый чистый лист, да, не цените тех, кто вас не ценит. Здравствуйте еще раз, дорогая Наталья. Я Павел Вербняк, привет вам из Москвы передаю. И, конечно, поздравляю с днем рождения. Желаю вам еще больше процветания, успехов профессиональных, личных, научных, спортивных, изобилия во всех областях жизни, чтобы вы, ваши ученики, последователи получали результаты, цели, исполняли желания быстрее и эффективней. Вы вдохновляете многих людей, вы являетесь примером не только для меня, но и для людей по всему миру со своей продуктивностью, энергией и оптимизмом. Поэтому благодарю вас за то, что вы делаете. Еще раз поздравляю с днем рождения и до новых встреч. Лошадь очень вкусно пахнет. Она прям нереально вкусно пахнет. Несчастненькая птиченька, моя черепашенька.
обожаю его. Ой, ой, моя хорошая, ты моя деточка. Ой, ты сладкая. Какое сладенькое. Ой-ой-ой. Да ты что, да ты что? Да? Да? Дорогая Наталья Евгеньевна, восхищаюсь вашим творчеством. Поздравляю вас с днем рождения. От души я поздравляю, оптимизма вам желаю. Будьте счастливы навек, наш любимый человек. Исполнение вам всех желаний и всех жизненных благ. Не смейте обесценивать себя, как антикварщик скрипку Страдивари. Ведь если ты не очень, то тебя творил тот Бог, который сам бездарен. Не смейте говорить себе «боюсь», «я не смогу», «уже немного поздно». И если ты Ты не один, с тобой Всевышний разум, и цель, и путеводная звезда, а хрупкая физическая ваза исчезнет снова так же, как всегда. И белый ангел твой путеводитель в лампаде чистую свое масло обновит, и некто твой кармический учитель губами тихо букву шелестит. Ты не один, твоя душа прекрасна, не трепет листья, грезы и дожди, и пусть не будет смерть одной гласной, увидишь солнце, просто подожди. Ты не один, с тобой мироздание, и ветер, звезды, птицы и луна, ты выдержишь любое испытание. Ты не один, мы не одни, ты не одна. Наталья Евгеньевна, поздравляю с днем рождения. Хочу пожелать творческих достижений, успеха, здоровья. Очень рад нашему знакомству. Мы очень много уже всего успели сделать. И впереди сделаем еще лучше, качественнее и больше. Поздравляю с днем рождения. Слабости, болезнь превозможешь, горе перемелешь в муку, выгонишь из сердца тоску, многим немощным руками поможешь. У тебя есть будущее, ты все можешь. Ноги освежишь в родниках, не замерзнешь в стылых снегах, ты весь мир к себе расположишь, нежность и любовь приумножишь, ровные дороги проложишь. У тебя есть будущее, ты можешь, все можешь, можешь, ты можешь, все, абсолютно все, можешь, ты можешь, 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 Вова, ты можешь, можешь, можешь. Истина в ключе золотом, счастьем и сияет твой дом, и волосы, как в детстве, взъерошишь, у тебя есть будущее, ты все можешь, ты можешь, можешь, можешь. Всего города Пскова поздравляем вас с днем рождения. Спасибо за ваши истории и видео. Вас всегда очень интересно и весело слышать. Мы еще сыграем с вами на балалайке в третьих червяках. Спасибо вам. С днем рождения! Может, вы мой рассветный лучик, а может, я вам божья роса. Может, вы для меня попутчик, но буквально на полчаса. Может, вы для меня потеря, а может, я потеря для вас. Может, я вам теперь
поверю, а может, вы мне не в бровь, а в глаз. И никто на земле не знает, для чего мы родимся вновь. То замерзнет, то будто растает жизнь моя и моя любовь. Предрассветные дымки будут кутать небо шейным платком. Даже если меня забудут прямо сразу, а не потом, ничего не изменится в мире, если мимо пройдешь меня. Мир не может кончаться в квартире и в убогости серого дня. Он пройдет, мы же будем, как прежде, белым светом и темной мглой. Для кого-то лучом надежды, для кого-то в сердце иглой. Может, вы мой рассветный лучик, а может, и я вам божья роса. Может, Альберт для меня попутчик, и вы, но буквально на полчаса. Рада тебя слышать, любить тебя, мы тебя очень сильно любим. Я желаю тебе всего самого-самого хорошего, чего ты сама себе желаешь. Дари нам всегда энергию, счастье, любовь. Господи, оставайся для нас всегда здоровой, доброй, хорошей, позитивной. В общем, я желаю тебе всего самого-самого хорошего. От души люблю, целую. Дай Бог, скоро приеду. Дай Бог, или вы к нам приедете, скоро увидимся.